Всем привет, друзья, это канал Outcast Games, продолжаем с вами гьюбчик проходить. Блин, опять пришлось все заново перепроходить, здесь автосохранение как-то работает через заденский проход. Так, короче, как я в прошлый раз делал, что у меня все получилось. Я так понял, мне все равно нужно пробить стекло, только мне как-то надо его... А, подожди, оно крутится или нет? Вот если, например, сюда сделаю, оно вот так будет крутиться или как? Ну хорошо, тогда понятно. Подожди, раз, два, три... Раз, два, три. Одинаково, да? Хорошо, тогда смотри, мне нужно здесь кубик сделать. Кубик. Эту хернюшеньку нам надо сделать вот здесь. А здесь нужно сделать... Здесь нужно красную сделать, подожди. Точняк? Дрочняк. Смотри, оп. И все. Блять, она вообще простенькая, эта загадка. Что за херня? Оп. Теперь мы эту завиебе. А эту мы, короче, херак вот сюда. Херак. И синенькая. Все. Все, смотри, вообще простенькая. Блин, капец, загадка просто на 3 шага, наверное, или на 4 идти, твою мать. Ну ты че лагаешь, блять, заебала? Хе, игруха, не тупи. Вот автосохранение, спасибо. Вот автосохранение как-то криво работает. Не каждый этап. Не через каждый этап работает. Что за херня? Ладно, идем дальше. Давайте следующую мне загадку. Быстро! Сюда? А может не сюда? А я упал. Блять. Слышь? Да не таки как сюда. А точно сюда? А то я не хочу опять. Ой, глюки какие-то опять пошли. Это стекло? Кто все сделал это помещение-то, а? Кто это все наделал? Все эти езделки, пирделки, шмалилки. Смотри, ёханый. Ой, как ключит. Едрить твою глаза. Нет. Вот так буду смотреть. А то вообще, смотри. Это ж пипец. Да сколько можно мне глюками ловить? Пацаны, давайте следующую загадку. Класс. Класс, просто класс. Мягкая комната закончилась. Смотри, ни хрена себе, куда я еду. Сейчас будет финальный этап. Я еду просто тупо в ядрище какое-то. Тихо. Не лагаем. Тихо, не лагаем. Воу! Тихо, спокойно. Да как это можно было так наделать? Чё это? Черный. Так, закрыли меня. Какой-то монитор, смотри, появился. Что за фигня? Что там, кто там шумит? Это метро, что ли? Музыка. Че это? Тихо. Это метро? Сейчас поедем. Сейчас поедем, смотри. Давай. Go. Управлять? Я буду управлять? Давай я буду управлять, давай я буду управлять, давай я буду управлять, давай я буду управлять. Ну давай я буду управлять. Только не говорите, что это конец, блин, я только начал серию. Белый свет в конце туннеля. И расхерачился к херам, да? В смысле? Я что, не понял? Это земля? Это же земля. Это же земля. Я не могу двигаться, подожди. Кубики летают. Это земля? Это же земля, смотри. Это земля. Это земля? Но это же земля. А что такое? Это же земля. А я что, в космосе, что ли? Ты что, в космос вылетел, дурень? Кубики летают в космосе какие-то. И это самое... И мы на Землю летим в каком-то марсианском... этом, в марсианской маршрутке какой-то. Засрали космос весь, етить твою мать. Кубиками этими вашими. Так это на Луне была эта база или что? Где я вот это бегал? О!
А, разрушил, что ли, разрушил эту базу, теперь кубики летают в космосе. А куда ты, куда ты, куда ты? Слышь, куда ты, там земля в той стороне, ты не туда поехал. Эй, мне на остановку земля надо, куда ты едешь? Блин, завезет меня сейчас хрен знает куда. Походу конец, походу конец. Коротенькая игрушка, но в принципе прикольная, загадки классные, ничегошные такие. Мне понравилась игра, вообще классная. Очень, очень интересная задумка такая с этими кубиками всякими этими. Тем более не одно и то же, знаешь, как сказать, то есть что-то одно ты все время делаешь, просто загадки разные, а как по-разному, то сначала кубики, потом шарики надо провести, потом какие-то веревочки цеплять надо, типа током бьют. Потом что, потом шарики вот эти вот надо было брать самим делать. Капец, вообще классно сделали, очень классная игрушка. Очень сильно классная игрушка, мне очень сильно понравилась. Охерительно, там есть вроде еще вторая часть, еще есть Director's Cut, что-то там. Мы их тоже посмотрим, мы их тоже пройдем, естественно. Как же это без нача, иначе так. Без нача, говорю. Ха! Че это? Вот это-то база? Не, игра шикарная. Игра шикарная, конечно, коротенькая. И можно было бы чуть-чуть загадок побольше сделать. Да, это луна, смотри. Или чего? А что она такая большая? Хотя она... Мы вблизи. Вот это была база, да. Мы ее разрушили, короче, нахрен. База была возле луны. Все. Прошли. Да, прошли. Прикольно. Есть. И загадки, насчет загадок, в принципе, неплохо, когда первый раз идешь. Когда второй раз идешь, уже все знаешь, очень сильно быстро они решаются, там буквально за пару тычков. Я когда перепроходил вот там с конца третьей серии до пятой серии, у меня там были два прикола, я их два раза проходил одно и то же, то получается я первый раз немножко дольше проходил, а второй раз уже вообще прям вот так вот. Просто знаешь, что уже где как делать, и быстренько все проходится. Я же говорю, за пару тычков там получается. И все. А когда самый первый раз играешь, то ты не знаешь, какие там эти. Я только не понял прикол с скрытой комнаты вот этой, что я попал туда. Я сделал там, шарик провел, все нормально, он попал. И что-то ничего не произошло, не знаю, никакого ни бонуса, ничего нигде, ни приколюхи, ничего не было. Не знаю, может быть там еще где были какие секретные комнаты, я их просто провтыкал. Но одну нашел. Две тысячи одиннадцатый год вроде как игра у нас. Ну, довольно-таки на пазл, на головоломочку, очень сильно классная, такая необычная, скажем так. Очень классная игрушка получилась. Хочу вторую часть попробовать, какая там должна быть лучше. И Director's Cut, там вроде все уровни просто тупо, чисто другие, все другие уровни. Наверное, так. Но зато эту прошли, получилось, сколько, 8 серий, да? Это 8-я серия вроде как. Но все равно в этой игре больше геймплея, чем в Merchants of Brooklyn. Там вообще 5 серий получилось, там даже часа геймплея нету, если нормально играть. Там можно игру за час пройти, это уже где-то примерно часика на 2 тянет, даже больше. Нормально. Нормально, игрушка классная. Valve Indie Fund. Хорошая игрушка, мне понравилась, очень классная. Еще раз скажу. Как всегда, одно и то же вечно повторяю, повторяю, повторяю. Одно и то же. Классный, 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 классный. Ну, классный, да и классный. Все поняли, бляха-муха. Special thanks to our family. Кто поддерживал наш путь через разработку. Да. В память о Кристиане Холле каком-то. Toxic Games, 2011 год, вот. В память какого-то чувака написали игру. А что такое? А что с ним случилось? Ну, у нас еще только, блин, 9 минут. 9 минут, 9 минут. Ну, 10 пускай минут. И... Ага. Continue game нам не надо. Sector Select.
О, сразу отсюда можно начать, класс. Смотри, 10 минут. Тут еще есть такая штука, как Extra DLC и вот Against the Clock. Тут что-то спидвей какой-то. Медали какие-то. Так, что тут? Тайм. Чего? Медали. Медали, медали. Надо быстренько пробежать или чего? Давай попробуем. Что делать? Что это? Ой, а, это, блин, этот... А, так, блин, это был прыжок, я откуда знаю. Первый раз играю, чё это? А, чё это зелёненькое-то, подожди. Оп, ускоряшка. Хорош. А жёлтенькое чё? А что жёлтенькое-то? Так, это какой-то путь открыло, нифига себе, прикольно. А, это короткий путь, тут надо, короче, еще вычислять. Прикольно, это на время надо. Финиш! 41 секунда. Try again. А надо на 40, что ли? А ну подожди, level select. Да. То есть я ни одну не взял медаль? Подожди, я не понял, там медалька на ну, 40 секунд. За 25 нужно пройти? Ты что, серьезно? А как это все узнать-то? Ну, в смысле, как это все хотя бы пройти? Ядрить твою мать за 25 секунд, это как вообще возможно-то? Да беги ты, блядь! Беги, 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 быстрей, 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 быстрей. Да быстрей, быстрей, блядь! Буньк. Хорош, идем пока что хотя бы. Так, это у нас знак вопроса сюда. 25. Уже не прошел. Да как это вообще возможно? Вы что, серьезно? Ага, сука. Да не, я не успеваю. Ты что? За на бронзу только. Level select. Я только бронзу могу пройти. А тут нужно 3. То есть нужно пройти его на 25 секунд. Вы серьезно? А, не, вот тут тоже, короче, какая-то херень. Тут за минуту надо, за 40 секунд, нифига себе. О, вот это сложненько, ладно, давай попробуем. Так, что тут? Ага. Как это все так ребята делают-то? Что это? Во, это сложненько уже будет. Так, зеленый, что зеленый? Зеленый это у нас ускорение. Или что? Где я? Ой, там что-то было. Время. Блин, там время было. Я куда-то свалился. Ха, все, уже хана. Спасибо. Там надо было так сделать, да? Класс. Пуньк! Не долетел, в смысле? А как долететь-то? А как долететь? Не долетает ебаная хуйня. Ага, конечно, и тут минута уже давным-давно прошла. Тут еще загадки попробуй, сука, решить. Че это? Зачем это? А... Ой. Нифига. А как я тебе... Это... Нифига, минута? Вы серьезно? А где финиш-то? Финиш, вот. Нифига себе финиш так-то. За минуту. За минуту. Да нереально за минуту, вы чё? Это нереально за минуту просто сделать. Я тебе отвечаю, нереально. Это нереально. Что это? Да и нахера оно, блядь, надо? Ну-ка, рестарт. Нахрена эта прыгучка, если она, блин, в принципе, мне не нужна? Так, хорошо, тут у нас чего? Тут у нас, короче, вот так, вот так, так, вот так. Хорошо, идем. Ускоряшка, ускоряшка, блядь. Блядь, на 5 миль, ага.
Там еще что-то было. Да едить твою мать. Плюс 5 секунд, конечно, плюс 5 секунд. А, и тут можно было не прыгать уже, едить твою мать. Да он, блядь, еще тут не долетает, сучонок. Не всегда долетает, падла, да все уже. Ай. Да нереально, я тебе отвечаю, это нереально. Просто как вот это вот? Это надо смотреть, как чуваки играют, потому что это просто чисто чисто теоретически это нереальная херня. Я тебе отвечаю. Это просто нереально будет за минуту это все сделать. Так, а где там было время? Вот время, тут плюс 5 секунд всего. Ну. Да сука, ладно, мать твою. Вот тут самое сложное. Потому что он, сука, не долетает, падальщик. Задом только как-то. Угу. Пятьдесят секунд. А еще ехать и ехать. 58, 59. За 59 хотя бы. Ни хрена себе. Да это нереально. Это нереально быстро сделать. Хорошо. Тут у нас получается что-то там уже и вертеть надо будет. За минуту 20 еще больше. Да ну нахер. Так, и что делать? Чё там? Сюда. Да. Блин, дурень. Ой, блядь. Короче, надо сначала крутануть, потом нажать, а потом взять эту зеленую хрень, блядь. Во. Чё теперь? Я куда-то улетел. И чё? И нахрена это все? Так, подожди, не понял. И чё? Понятно. Надо два раза крутануть его, да, как-то? Чтобы он там был посе... А зачем прыжок-то? Да ёб твою мать. Да хоть туда, в принципе, похеру вообще. Блять, где я? А как я туда выпрыгну? А как я туда выпрыгну-то, блядь? Да, сука, ты издеваешься, что ли? Подожди, хорошо, как это сделать? Смотри, если я здесь... Вот и чё. Ага, и как я... Подожди, а как мне туда повернуть-то его? Вот, эта дырочка вот здесь. Я поворачиваю ее сюда. Может прыгнуть вот так, потом вот... Так, и вот туда, блядь. Хорошо, понял. Это ну его нахер. Это ну его нахер, такие эти спидраны. Ну, блядь, он еще пока нажмет, короче, сука, дебилоид, гребаный паскуда. Куда ты поехал, блядь? Ты, ёб твою мать! Да что с тобой не так-то, игра, блядь? Блядь, он поехал не туда. Типа вот так надо сделать, ёханый бог. Да и что ты, почему ты не долетаешь-то? А чё ты не долетаешь, алё? А чё он не долетает-то? О, привет, долетел. Нахер такое надо? Где там вторая? Ага. Да ну нахрен тут еще бежать полкилометра. Чего? А что делать? Нихера себе, мне вон туда надо. Неправильно. Надо наоборот.
Вот так надо. Ну класс вообще. И до финиша еще как, блядь, до километража, блядь. А чё ты не это самое? А, привет. Финиш, класс. Да, ну и нахрен, короче. Это очень сильно сложно, это очень сильно нужно задрачивать, сидеть. Вот это вот реально нужно сидеть, задрачивать. Вот просто вот так берешь уровень и сидишь целый день, и дрочишь его, и дрочишь, и думаешь, где вот тут нажать, где вот тут тыкнуть, где вот тут так, 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 так. Тогда можно пройти, да. А вот так вот, как я... Да, ну его нахрен, короче. В общем, короче, все, ребятушки, с игрой мы закончили. Про игру я уже сказал, игрушка классная. Достойная пазла, логики всего остального. И очень сильно классный дизайн. Ну, как в смысле задумка. Задумка классная очень сильно с этими кубами всем остальным. Называется кьюб же, конечно. Ну. В общем, тогда все. Всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте. И до встречи в следующей игре, которая у нас будет следующая. Все, всем пока.